so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone. Итак, всем огромный привет, мои дорогие подписчики. Привет всем случайно заглянувшим, если такие есть. Проснулась сейчас, позавтракала, приняла душ. И собираюсь выйти ненадолго по делам. Так я и не нашла здесь какую-то точку такую, чтобы было оптимальное освещение. Поэтому качество картинки такое немножко поганенькое. Но я думаю, это связано с тем, что тут желтые лампочки так. Такой желтый свет немножко дают. И, наверное, вот такая вот, поэтому, картиночка. Вот. Ну, ничего страшного. Сейчас иду, значит, по делам в копировальный центр. Хочу сделать ксерокопии. Нам завтра пригодятся. Завтра мы едем в клинику сдавать анализ с Ариной. Вот. Сказали, нужны ее, копии ее паспорта, моего паспорта. В общем, все серьезно. Посмотрите, какая милота. Какой миленький паспорт. Вот, сказали сделать главную страничку, где имя владельца, и страничку, где проставлена прививочка от бешенства. Вот. Вот такой был запрос, что пойду делать. Вообще переживаю, потому что я вчера на ночь смотрела все этих видео, как происходит забор крови у кошек на анализ, и мне стало просто плохо. Мне стало просто плохо. Так, ладно, все, пойдемте. Вот такой вот у меня ничем не примечательный сегодня образ. Просто джинсики, просто вот такая вот футболочка. И вот такая вот бледно-розовая ветровочка. Там, конечно, тепло, но кто его знает. Если будет жарко, я просто сниму и останусь в футболочке. Так, кто не в курсе, я по-прежнему нахожусь в гостях у Юли в Москве, потому что именно тут нам нужно сдавать анализ с Аринкой. Ну, это для тех, рассказываю, кто вдруг пропустил предыдущие видео. Что еще у нас интересненького планируется? Еще день рождения Юленьки у нас скоро. Сегодня хочу вот заранее надуть шарики. Вот, сейчас покажу. Вот такие приобрела шарики, еще когда в Воронеже была. Я думаю, они будут большие, если их надуть. Хочу до ее прихода это сделать, хотя день рождения послезавтра. Но я хочу сделать заранее. При ней не хочется этого делать, у нее слабое сердце. А шарики могут, так сказать, бумкнуть нехило. Кто надувал, тот знает, что такое бывает. Не хочу ее напугать. Не получится сюрприза, да, получится, знаете, инфаркт. Так, что еще хотела? Еще хотела похвастаться сумочкой. Мне ее на день рождения прислала моя подписчица. Вот такая вот сумочка. Не знаю, из чего. Льняная, наверное. Я люблю такие сумочки. Я пристрастилась к ним в Корее. Там они популярны. У нас они только входят в моду, не каждая их решается носить. Ну, а там это как норма жизни. У каждой такая есть сумочка на выход. Вот с ней пойду. Такой суровый, серьезный кот. Вон мой суровый, серьезный кот спит на кровати, разлегся. Юля выделила нам отдельную комнату. И вот тут мы обитаем с Ариночкой. Ариночка спать ложится уже, дремит не где-нибудь, а на постели. А где же еще? Да, малыш? Все, время сна. Время сна пришло после обеденного. Принцесса моя, ой, принцесса. Ура, я вышла на солнечный свет. Какая прекрасная погодка. Котенька сидит, котенька, котенька. Одуванчики, зелень, глаз радуется, боже мой. Погода прекрасная. Так, я не знаю, куда я иду. Я заскриншотила карту. И сейчас по карте буду искать копировальный центр. Он где-то должен быть поблизости здесь, где не знаю конкретно. Вроде недалеко, но какими-то петляющими тропами. Сейчас поищем. Блин, я, кажется, стою на муравейнике сейчас. Увидела сирень, решила заснять. И стою на каком-то бугру. Скорее всего, это муравейник есть. Так, я уже сняла курточку, потому что жарко.
все сделала и уже иду домой. Район, конечно, такой старенький, но очень уютный, очень зеленый, хорошо обжитой. Шаговой доступности есть вообще все необходимое для жизни, все магазины, вообще все, Сбербанк, что очень удобно. Очень классно. И такой вот прям зеленый, зеленый район. Класс. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему лично для меня не было смысла переезжать в Москву, потому что я ценитель размеренных ритмов, тихих улочек, зеленых переулочков. А таких зеленых переулочков и в провинции достаточно. Столица для тех, кто стремится к каким-то, видимо, быстрым ритмам жизни, сделать карьеру и так далее. А я приехала, и что я вам тут рассказываю? Какие прекрасные зеленые улочки. Да. Очень хорошая прогулка. Получила огромное удовольствие. Итак, сегодня у нас на ужин лапша и жаркое. Рассказываю рецепт приготовления. Лапша будет самая обыкновенная, жаркое будет из кабачков, куриного филе, лука, чеснока и тофу. Тофу – это типа соевый сыр, как у нас его тут называют. Ну, просто такой соевый продукт, бобовый продукт. Вот, сейчас мы начнем все это обжаривать и буду вам по ходу действия рассказывать, что и как. Также нам потребуется для этого соевый соус. Соевый соус, томатная паста, соль, сахар и кунжут. Ну, можно и без кунжута, он скорее для украшения. Забыла сказать, также нам потребуется красный перец, ну и любые другие специи можно добавлять по вкусу. Для начала я слегка обжариваю лук и куриное филе, добавила специи, соль и немного сахара. Далее я добавила чеснок и немного соевого соуса. И теперь кладем сюда тофу, он же тубу по-корейски. Немного помешиваем. И кабачки будем добавлять в последнюю очередь. Так, теперь я добавила сюда кабачки. Нужно это немножечко протушить. И потом займемся лапшой. Вот такая вот лапша у нас. Нужно подготовить водичку, вскипятить. И будем ее варить. Юлька, расскажи, как тебе? Очень вкусно. Здесь у нас лапша, тофу, кабачки, курочка, да, как я понимаю? Угу, да, куриное филе. Да, очень нежное, легкое блюдо. Обалденно. Спасибо, ура, я счастлива. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me.